Телекомпания «ВИТ» представляет. Здравствуйте, уважаемые телезрители! Добро пожаловать на программу «Угадай мелодию». Прослушивание хорошей музыки – это лучший отдых для любого человека, за исключением композитора, потому что для композитора лучший отдых – это, конечно же, если его мелодию угадывают по первым нотам. Наша программа готова угодить всем. Мы начинаем сегодня с нами здесь. Эстрадный оркестр под управлением Александра Евмеленко. И, конечно же, главные действующие лица, герои нашей программы, они появляются в студии. Встречайте их аплодисментами. Здравствуйте, добрый день, прошу вас занимать ваши игровые места. Мы начинаем наше шоу. Давно я не встречал таких веселых, азартных людей, которые сразу с первого момента появления в студии доказали всем телезрителям, что это веселые, азартные, интересные, созданные для нашей программы люди. Итак, давайте знакомиться. Участница под номером один Наталья Кухарчук. Домохозяйка, занимается разведением диковинных домашних цветов, любит животных, ее жизненное кредо – лучше делать и каяться, чем не делать и не каяться. Наталья Кухарчук. Участник под номером два – Леонид Закревский. Не представляет своей жизни без музыки и песен, сочиняет стихи, поет в хоровом коллективе, организует литературно-музыкальные вечера, является членом лит-объединения «Русич». Леонид Закревский. И третья участница нашей программы – Галина Мешкова. Пенсионерка, мечтала сыграть еще в первых выпусках программы «Угадай мелодию», так как почти всегда угадывала все мелодии. Надеемся, что и сегодня удача ее не покинет. Галина Мешкова! Прекрасно. Вам нравятся зрительские аплодисменты? Конечно же, нравятся. А кому они могут не понравиться? Этими аплодисментами зрители будут награждать вас в случае, если вы будете угадывать мелодию. А в этом я не сомневаюсь. Наталья, выбирайте. Музыкальная капель из репертуара Леонида Утесова, Метеобюро, музыкальный фольклор. Давайте с Утесова начнем. Из репертуара Леонида Утесова. Нота, в которой бы вы хотели сыграть? Номер один. Нота номер один. Кто же первый угадает эту мелодию? Слушаем! Галина! Улица. Правильно. Хорошо. Сейчас скажу. Какая? Улица. До этого названия улицы. Галина, мне очень не хочется вас наказывать. Очень не хочется вас наказывать. Нельзя, Наталья, потому что отвечает Галина, да. Вот она в голове у меня есть, но город я... они да. весь проходят пешком. И видят название. Да. Но, раз, два, три, к сожалению, да, вы не угадали. Да. Брестская улица или Варшавская да. улица, помните? Да. С боем взяли да, город да, Брест, да, город да, весь да. прошли, и на последней да. улице название прошли. А название такое, правослово боевое, Варшавская да. улица, на запад нас ведет. А, обидно, досадно, аплодисменты помогают Галине справиться с огорчением. Да, с волнением. Леонид, выбирайте. Из репертуара Утесова. Отлично, нота. Первая, вторая, третья, четвертая? Вторая. Вторая. Слушаем музыку. Наталья, Леонид, секундочку, Наталья первой нажала на кнопку, да. Из Сокольников на метро. Песня «Извозчика» есть, там такая строчка. Есть такая строчка, да. Прекрасно. Выбирайте. Ну давайте, Утесов меня не подвел, давайте еще раз к нему обратимся. Галина, еще одна штрафная мелодия, не расстраивайтесь, все хорошо, аплодисменты Галине, да, прямо сейчас. Да? Итак, из репертуара Леонида Утесова нота? Нота 3. Слушаем. Да, Наталья? У Черного моря. Есть! Засчитано! У нас еще одна радость на площадке. Галина возвращается в круг игроков, на дне зажигается свет. Галина, не волнуйтесь, нет, все хорошо, вы знаете музыку. Главное не волноваться, улыбнуться, сказать себе, я сейчас все вспомню до последней точки. Наталья, выбирайте. Давайте еще раз к Утесову. Из репертуара Леонида Утесова. Слушаем. Ну, теперь... Что сказать тебе, мой друг, на прощание? Ну что сказать вам, москвичи, на прощание, засчитано! Засчитано, с небольшой помаркой. Прекрасно. Галина, выбирайте, прошу. Музыкальная капель. Музыкальная капель, музыка 60-х годов.
Я уверен, что вы все профи. Вы будете угадывать мелодии в этой категории по первым аккордам. Нота? Два. Нота номер два. Пожалуйста, слушаем. Наталья. Увезу тебя, я в тундру увезу. Конечно, тебя. Увезу. Да-да-да. К седым снегам. Есть. Отлично. Ни одной мелодии не звучит впустую, за исключением небольших ошибок, о которых мы больше не вспоминаем, конечно же. Да. Наталья, прошу. Музыкальная капель. Первая давайте. Первая нота. Слушаем. Первая была Галина. Словно замерло все на рассвете. Вы знаете, вот вы человек, который, очевидно, вы просто надо мной подтруниваете. Вы всегда слегка чуть-чуть ошибаетесь. Снова замерло все до рассвета. Ну что же, я принимаю вашу форму подтрунивания над ведущим. Засчитано! Отлично. Уважаемые участницы, примите мои поздравления. Начало игре положено. Вы угадываете, иногда ошибаетесь, но больше все-таки угадываете. Это главное. Леонид, надо собраться с силами и обыгрывать ваших замечательных соперниц. Знаете, не снова замерло все до рассвета, а песня называется «Одинокая гармонь». Правильно, совершенно верно. Но у нас же либеральная программа. Дело в том, что если вы называете строчку из песни, я уже засчитываю как правильный ответ, даже с небольшими ошибками. Итак, сделайте выводы из собственной игры для того, чтобы вернуться во втором туре и угадать все мелодии, которые мы вам предложим. Прошу вас зайти на подиум, уважаемые участники. Это время первого тура нашей программы подходит к концу. Ну, конечно же, они волнуются. Я бы сам волновался, если бы попал в такое яркое, красочное музыкальное шоу. Да у меня бы просто колени дрожали. Второй тур нашего шоу. У нас сегодня очень веселые, азартные игроки, но они очень нуждаются в поддержке наших зрителей. Вы слышите, как им аплодирует весь зал? Прошу вас занимать ваши игровые места. Начинаем второй тур. Прежде чем мы начнем второй тур, мне нужно узнать, кто лидер. Лидером по итогам первого тура является Наталья. Наталья, выбирайте. Виниловый шлягер из репертуара Софии Ротару. Романсы, цветные ноты. Давайте обратимся к Софии Ротару. Давайте обратимся к этой замечательной певице. 1500 стартовая цена. Слушаем. А, Наталья, вы готовы отвечать? Да. Только что я тебя люблю. Спасибо большое за это чувство, которое вы испытываете ко мне. А, нет. Тут дело в том, что... Секунду. Тут не ведущий надо подтрунивать над участницей. Он просто таким образом дает понять, что сейчас вы сказали ошибочную фразу. Поэтому это как бы не ваш ответ, да? А вы просто сказали, что вы любите ведущего, что он неплохой парень, достаточно динамичный, яркий и, может быть, даже в чем-то талантливый. Понимаете, да, что фраза «я тебя люблю», там этой фразы нету фразы этой. Это хит, вот это сейчас одна из самых популярных песен. Она входит в десятку самых популярных песен на нашей эстраде. Та-ра-та-ра-та-да-та-та-ра-та-та-да. Вы, очевидно, давно не слышали новых песен Софии Ротару. Итак, раз, два, три. «Белый танец» так называется эта мелодия. Ничего страшного. Начало второго тура, тем более, что у вас хороший задел по количеству выигранных у нас денежек. Две мелодии вы вне игры. Леонид, прошу вас, выбирайте. Романсы. Романсы. Прекрасная категория. Очень красивая, очень интересная. Слушаем. Галина. Живет моя отрада в высоком терему. Совершенно верно. В терем тот высокий. Нет входа никому. Отлично, выбирайте дальше. Галина, прошу. Романсы. Романсы. Как раз вы же наверняка, Леонид, тоже хотели выбрать романсы. Да. Пожалуйста, слушаем. Галина. Мне некого больше любить, мне некуда больше спешить. Ямщик, не гони лошадей. Угадано! Да. Наталья, вы возвращаетесь в игру. Не знаю, было ли вам видно, уважаемые телезрители, Наталья просто бросилась к своему игровому месту. Мое, никому не отдам. Здесь буду стоять, здесь буду угадывать, прежде чем вы будете угадывать. Леонид, чуточку раньше нажимайте кнопку. Если что, ведущий же подскажет, существует мужская солидарность. Галина, романсы. Прошу, выбирайте. Романсы. Романсы, следующая мелодия. Слушаем. Да, Галина. Отвори потихоньку калитку. Знаете, я не узнаю эту участницу, нет.
Вы вспомните первый тур. Галина ошибалась, путалась. Теперь смотрите, абсолютно точные ответы поет. Браво, аплодисменты, прекрасно. Вас подменили. Конечно, отвори потихоньку калитку. Есть еще одна мелодия в категории романсы, да, будете брать? Романсы. Прекрасно, слушаем. Наталья. Только раз бывает в жизни Только встреча. Только раз бывает в жизни встреча. Да, засчитано. Отзвучали четыре мелодии в категории романсы. Выбирайте дальше. Ой, Ротару меня подвела. Спросите у Леонида. Ему сейчас сложновато, да, пока еще нет у него Что должного хотите, количества Что вы хотите, Леонид? Денег. Вот из репертуара Софии Ротару я попробую. Наталья, а вам нравится песня из репертуара Софии Ротару? Вот что-то она мне подвела. Подвела? Ну, давайте, так надо взять реванш, Наталья. Как раз надо взять реванш. Будем брать реванш. Будем. София Ротару, поехали. Леонид. Наталья, подскажите тихо. Тихо, подскажите, Наталья. Ну вот, знаете, иногда мы впадаем в это состояние, когда нам что-то не нравится, когда мы далеко от родины, нас что-то... Меланхолия. Меланхолия, совершенно верно! Есть! Угадано! Прекрасно, Леонид. Теперь выбирайте, прошу вас. Из репертуара Софии Ротару «Цветные ноты», «Виниловый шлягер». Из репертуара Софии Ротару. Отлично. Слушаем музыку. Наталья. Звучит, как осенний сон. Угу. И музыка звучит, музыка звучит. Музыка звучит, конечно! Угарно! Уважаемые участники, уважаемые игроки, к сожалению, на этом время второго тура нашей программы подходит к концу. Знаете, ну играл бы и играл с вами, играл бы и играл Давайте. С вами. Честно, до посинения единственное, что меня останавливает, это правила и формат нашей игры. Я должен подвести итоги второго тура. Леонид, и к сожалению, я вынужден признать, что ваши очаровательные соперницы вас обошли на крутом вираже, на музыкальном вираже. Спасибо вам огромное, всего вам доброго. Аплодисменты, аплодисменты Леониду. Наталья. Галина, до встречи в третьем туре нашей программы. Красивые, интересные, очаровательные участницы. Значит, нам гарантирован интересный, захватывающий, главное, непредсказуемый третий тур этого шоу. Наступает время третьего тура нашего шоу. Самое время появиться нашим участницам. Вот они, вот они, вот они. Добро пожаловать. Прошу, занимайте игровые места. Мы начинаем. Уважаемые участницы, я вижу, что вы в приподнятом настроении, но волнение, волнение, которое находится внутри вас, Ой, оно волнение. Чувствуется. А как они волнуются. Еще бы, третий тур, путевка в финал. Итак, лидером по итогам первых двух туров является Наталья. Наталья, вы начинаете торги после моей подсказки. Песня о преимуществе женщин на танцплощадке. Прошу вас. Галина, позволь мне угадать эту песню с трех нот. Три ноты. Самая высокая цена, Галина, это право начинающего торги. Песня о преимуществе женщин на танцплощадке. Три ноты. Слушаем. Потому что на 10 девчонок, по статистике 9 ребят. Близко, но не совсем то. Белый танец из кинофильма «Это веселая планета». Я пригласить хочу на танец вас и только вас. И не случайно это танец вальс. Белый танец, так называется эта мелодия. Еще становится 1-0 в пользу Галины. Подсказка номер два. Песня о благоприятном направлении воздушного потока. Галина, прошу вас, вы начинаете. Наташа, попробую шести нот. Ну, я с пяти попробую. Пожалуйста. Пять нот песни о благоприятном направлении воздушного потока. Слушаем. У нас нет времени на раздумья в третьем туре. У меня даже версий никаких он нет. Он придет, он будет добрый, ласковый ветер перемен. Из кинофильма «Мэри Поппинс». До свидания. Еще становится 2-0 в пользу Галины. Внимание, подсказка номер три. Наталья, еще ничего не потеряно, но ситуация угрожающая. Галина, прекрасная тактика. 2-0 в вашу пользу. Подсказка номер три. Песня о жарком отдыхе под деревянные погремушки. Прошу. Наташа. Я попробую шести нот отгадать. Угадывайте. Угадывайте. Наталья, мне кажется, вас предыдущие неудачи напугали. Ну, вы выбрали свою тактику. Итак, песня о жарком отдыхе под деревянные погремушки. Шесть нот. Это лето, Констаньеты. Три ноль! Три ноль!
Наталья, я вижу, что вы расстроены на самом деле. Да, я бы сам расстроился, но игра есть игра. К сожалению, там должен быть не только победитель, но и проигравший. Мы аплодируем Наталье и благодарим ее за прекрасное участие в нашей сегодняшней программе. Наталья, спасибо вам огромное. Мне было очень приятно наблюдать за вашей игрой. Галина, увидимся в суперигре. Зайдите на подиум, уважаемые участницы. Конечно, расстроилась Наталья, естественно, потому что ей так хотелось стать победительницей, к сожалению, не получилось ничего. Значит, повезет в чем-то другом. Обязательно повезет. Очень хотелось бы верить, что через несколько минут, когда я буду поздравлять Галину с участием в нашей игре, я буду ее поздравлять с победой в суперфинале нашей программы. Будем считать, что так оно и произойдет. Галина, поздравляю с выходом в финал. 13 637 рублей. Это деньги, которые выиграли все участники сегодняшнего шоу, но они достанутся только вам. Их было бы больше, если бы не ваши ошибки и ошибки ваших соперников, потому что из правильных ответов складывается итоговая сумма. У нас есть хороший повод умножить эти деньги, довести их до 23 637 рублей, если вы угадаете 7 мелодий за 30 секунд. Готовы? Готовы. Желаю удачи. Вместе со мной удачи желают нашей финалистке, все зрители в студии, Галина Мешкова. Поехали. Где же вы теперь, друзья, однополчане? Прекрасно! Угадано! Дальше. На чужой планете... Это уже строчки из песни, это уже ответ. Во французской стороне, на чужой планете. Есть! Дальше. Ночь коротка, спят облака. Засчитано! Дальше. Хорошо, хорошо. Если бы вы сказали неправильно, я бы сразу так... Сейчас говорю, хорошо, хорошо. Но пока у вас не сложилась в голове строчка, да? Давайте пока пропустим. Вы очень хорошо идете. Вы отгадали три мелодии. И четвертую послушали. А можно я скажу? Да, конечно. Лучше нету того цвета. Да что же вы молчали? Что же вы ведущего заставляли волноваться? Да! Итак, четыре мелодии вы угадали за 9 секунд. У вас впереди три мелодии, всего три мелодии, целая 21 секунда. Слушаем. Да. Вы долго ждали, хотели утвердиться в правильности ответа, да? Я, пожалуй, пропущу на секундочку. Пока пропустите. Странно, мне кажется, что вы знаете эту мелодию. Да. Дальше. В нашем доме поселился замечательный сосед. Угадано. Итак, внимание, у вас 9 секунд в запасе. Неразгадана мелодия номер 7, нужно вернуться к мелодии номер 5. Слушаем. Оранжевое небо. Оранжевая песенка. Угадано. 6 секунд у вас в запасе. 6 секунд, неразгадана одна мелодия, мелодия номер 5. Возвращаемся. Кнопку. Галина, времени нет. Серебряные свадьбы. Совершенно верно, конечно. Она выигрывает суперигру. Аплодисменты. Галина Мешкова. Да. Мне кажется, вы опять подтрунивали над ведущим, потому что вы видели, что я волновался. Вы видели, что я волновался. Поэтому решили со мной поиграть. А пусть он поволнуется, пусть он думает, что я не знаю всех мелодий суперигры. Она знала, конечно же, знала, что это мелодия «Серебряные свадьбы». Дорогие друзья, красивый финал, красивая точка нашей сегодняшней программы. Мы очень рады за Галину Мешкову. И для того, чтобы увеличить радость от сегодняшней встречи с вами, уважаемые телезрители, еще один маленький музыкальный презент. Оранжевая песенка Анастасия Стоцкая. Чудная певица для вас. Счастливо, до новых встреч, пока. Спасибо.
два дня подряд я сижу, рисую. Красок много у меня, выбирай любую. Я раскрашу целый свет в самый свой любимый цвет. Оранжевое небо, оранжевое море, оранжевая зелень, оранжевый верблюд. Когда...